Детского информбюро. В течение 2 апреля на Братиславском направлении войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Топольчаны, а также заняли более 100 других населенных пунктов. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление юго-западнее озера Балатон, 2 апреля совместно с болгарскими войсками овладели центром нефтяной промышленности Венгрии, городом Надька-Нижа, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев. Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Одер юго-восточнее города Бреслау, прорвали сильно укрепленную оборону немцев. За 2 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 25 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 34 самолета противника.